видел, как он подошел, когда перед тем, как Петров. Ни хрена себе! Ой, мамочки родные, что это такое? Ой! Сам буду уезжать, сейчас машина мне на дерево упадет, ну что, девушка, блядь? Давайте тогда обратно повезем. Опа! Блядь, что я сказал вам? Давайте обратно повезем. Твою мать. А мы можем обратно поехать? Я как-то я боюсь. Давайте обратно. Ужас, никогда не было. Это мы засняли. Не смотри, Саша, не смотри. Не смотри, поехали, поехали. Подожди, живой, 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 живой. Помощь нам нужна. Пьяный или что? Саша. Там, говорит, это на Беломорской, говорит, сломали у нас урна. А, бля! Ёбаный! В рот! Серёж, не взорвётся? Нет. Dal prosto io la vuoi. Hopefully Axel didn't wear out his voice there. Yeah, you're really I worried about bubble wrap that shit. You are very worried about Axel's voice. Yeah, I'm very concerned. Yeah. Anyway, just wrapped up our interview with Carmine Appice. God, I could talk rock and roll debauchery stuff.
Правильно, потому что это то, что может спасти наш несчастный народ. Поскольку наш несчастный народ, в общем, в основной массе своей забил на спорт окончательно. Готов к труду и обороне. О, мандюкс наш работает. Охуярит, кто ты? Бля, ёбаный рот, бля. Твою мать, блядь. Гангста? What's a gangsta? You don't know what's a gangsta? Сейчас, вот она, пизда вылазит. Ёб твою мать! Ох, ебать! Да ты долбоеб лезешь-то, блядь! На, ебаный! Все, у меня денег нет. Тебя задели? Да.
Ёб же ж твою мать. Опа. Да давай, давай, давай. Скорую срочно.
Завтра 17 июня в пятницу нас ожидает пасмурная погода. И завтра температура ночью плюс 15, а днем до 21 градуса выше нуля. Нихуя, газ! Теперь я понесем за столом, когда я тут вчера. На!